Еще недавно этот фрагмент был частью остановки «Пенсионный фонд» на Московском шоссе, однако конструкция не выдержала нагрузки. Сломался один из пролетов крыши, самый близкий к выходу из подземного перехода. Причиной стал накопившийся снег. Если посмотреть на соседние конструкции, то видно, что в этом месте его толщина максимальна. Она достигает полуметра. По периметру всей крыши ситуация не лучше. Здесь снежный покров не менее 30 сантиметров. Поскольку в пешеходном переходе находятся торговые объекты, вместе с открытыми входами в пешеходный переход эта конструкция была сдана в аренду, и это обязательство арендатора. Но мы сейчас этот вопрос исследуем, дальше примем соответствующие меры. К счастью, в момент обрушения людей рядом не было, поэтому никто не пострадал. Однако прохожие отмечают, что снег с конструкции периодически падает вниз и может быть опасен для здоровья. На голову он скатился Любови Федосеевой. Сначала было неприятно, потому что это холодно, да, дико, когда за кофту тебе попадает снег. Ну и страх определенно, потому что я подумала, что это могла быть какая-то сосулька или тяжелая глыба, да, что было бы, наверное, может быть, травматично для меня. А снег, ну, килограмма 3-то, я думаю, точно упал. В администрации города обещали провести беседу с арендатором и призвать его к ответственности. Ведь от большого слоя снега крыша может провалиться и в других местах. А пока людям советуют быть осторожнее и чаще смотреть наверх. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».